Друзья, всем привет! В последнее время на канале начали появляться комментарии о том, чтобы я увеличил поле боя. Видимо, так, как я делал раньше, то есть формат тех времен пару лет назад. Ну и, собственно, я решил так и сделать. Почему нет? Во-первых, не хочется заставлять Стасянчика ждать. Видимо, это опасно. А во-вторых, мне кажется, что так действительно будет удобнее людям с небольшими телефонами, экранами телефонов не придется напрягать глаза. Ну а к тому, что цикл карт будет перенесен под веб-камеру, я думаю, можно будет привыкнуть со временем. Это не самое главное в сражениях. В любом случае, напишите свое мнение в комментариях, как лучше. Ну а сегодня мы будем проходить испытание с канониром и выбором карт. Это испытание, в котором очень хорошо заходит мелочевка. Самые лучшие карты — это кладбище, бочка со скелетами, ведьма, ночная ведьма, рекруты, банда гоблинов, стражи. В общем, мелочевка, ну и естественно то, что эту мелочевку контрит карты с уроном по области. Давайте на практике посмотрим. Молнию сюда брать не стоит, лучше взять бревно, оно очень нам поможет. Гоблины также отличная карта, хотя миньоны тоже неплохая. Ну и естественно я забираю себе кладбище, тут вообще без всяких вариантов. И, пожалуй, возьмем еще орду миньонов, чтобы у нас было прям куча мелочевки. Надеюсь, все-таки мини-танка какого-нибудь тоже дадут, потому что без мини-танка и с учетом башен канонира играть не очень приятно. Давайте гоблинов скинем ему в атаку. Нет у нас мини-танков вообще, по-моему, никаких. И это может быть печально. И теперь мне придется, наверное, подождать, пока он выставит что-нибудь. Да, вот он выставляется. Ну, а я защищаюсь ордой миньонов. И я пойду в атаку складбоя, а что нет? Пойдем в атаку складбой. Куча мелочи у нас. У него электродух, к сожалению. Орда миньоны. И в итоге он хорошо задефается здесь. Тем не менее, все равно, смотрите, кладбище наносит урон. Против башни принцесс в такой ситуации мы бы вообще никакого урона не нанесли. А здесь, ну, вы сами все видите. Угу. Ну, давайте защищаться вот так. И вот так, наверное. Ему сейчас надо будет что-то выставлять, наверное. А, не, не надо будет. Мои мышки, к сожалению, померли. Ну, смотрите, у меня реально нет ни одного мини-танка. Но я не вижу у него урона по области, поэтому, возможно, это и не проблема. А может быть и проблема. Сейчас посмотрим. Давайте, ладно, из глубины начну атаку с гоблином-гигантом. Хотя такое себе, на самом деле, решение, наверное. Ну, посмотрим. Нет, к сожалению, еще карт поддержки гоблина-гиганта. Имеется в виду заклинаний, которыми можно было бы убить, например, мушкетера. Или хотя бы какой-нибудь ярости, хотя бы чего-то. Хорошая от него дух электрический, но не успел добить он. Давайте бревно здесь отдам. Бревно отдаем. Копейщик еще кидает хорошее копье. И сейчас, наверное, будет от него рыцарь опять. На этот раз эволюционный, да. Эволюционный рыцарь. Мы здесь защищаемся следующим образом. Я думаю, что надо докинуть дух исцеления сюда. Копейщиков, гоблинов. Ну вот мы этой мелочевкой легко дефаемся в итоге. Да, он, кстати, неплохо играл. Пытался что-то сделать, но, судя по всему, с его колодой как бы не особо-то это получится. Давайте сюда орда. Гоблином-гигантом все это принимаем. Дух исцеления сюда накинем. Кладбу в атаку, надо его добивать уже. Кладбу можно прям так вкидывать, она, смотрите, она там прям вообще можно даже прям криво вкидывать, как я сейчас вкинул. Настолько она имбовая в этом игровом режиме против башен канонира, что ну просто вообще как бы ноль скилла необходимо ровно для того, чтобы ей выигрывать в этом игровом режиме, опять же. У меня колода получилась, ну, просто имба за счет как раз-таки мелочевки и за счет того, что у него не было урона по области. Был бы у него маг или палач, ситуация была бы абсолютно другая. Но у него был мушкетер, и в итоге, ну, в итоге, вы сами понимаете, с этим нечего было делать. Проиграл я уже один раз, но, друзья, посмотрите на колоду моего соперника, потом на мою, на колоду моего соперника, потом на мою, и напишите, были ли у меня шансы в этой игре. По ощущениям, не было абсолютно. Так что в этом испытании может подобраться такая параша, что ничего вы не сделаете. Конечно же, берем мелочевку. Берем шахтера, адская гончая, что в этом испытании, что в другом. Это полный шлак.
лучше его слить вашему сопернику. В другом испытании с выбором карт, естественно. Ну и берем противомелочевскую заклинание, это яд. В итоге у него молния, которую я не знаю, что он будет убивать. Ну, возможно, ведьму мне даст. Да, у меня ночная ведьма, кстати. Но мы ее прибережем против адской гончей, конечно же. И не будем торопиться сейчас. Наверное. Ну, давайте электрического духа из глубины. Ага. Тогда, ну давайте шахтера в защиту. Вот так вот. Вообще максимально аккуратный отыгрыш. Угу. Теперь ночную и валькирию вперед в атаку. Угу. Очень жаль, что у него есть огненная лучница. Но хорошо, что мы можем, в принципе, активировать ГЗшку против этого. И плюс, смотрите-ка, ночная сейчас дойдет, наверное. Ну, такое. Да, давайте пробовать активировать ГЗшку при помощи пламенного дракона. Нет, выше надо на клеточку. Ошибка, и это большая ошибка, между прочим. Но он отдал... давайте попробуем навалить. А чё нет? Давайте навалим, да. Дракончик. И смотрите, скелеты-то ползут, скелеты доползают и танчат. И пламенным мы здесь размениваемся как-то куда-то. Я думаю, что здесь ночная. А здесь еще одна попытка активировать ГЗшку. На этот раз удачная. Да, на этот раз хорошая попытка. Вот дракончик его, конечно, мне многое портит, между прочим. С одной мышкой его напряжем? Не, не получится. Но зато забайтили на дракончика, которого мы сейчас задефаем. Будем ли переходить в атаку? Надо, потому что дракончик иначе просто умрет вообще бесславно. А так он хотя бы потанчит немножко. Я думаю, что ничего здесь не будем отдавать. Здесь отдадим вот так вот армию скелетов в защиту от Хога. И от призрака, кстати, королевского. Смотрите, армия скелетов. Просто имбалансно в этом событии. Ночную ведьму поставим. Сейчас будем начинать атаку. На этот раз я смогу дать яд в поддержку своей атаки. И убить его огненную лучницу, которая мне, собственно, всю эту атаку портила до этого. И армию скелетов давайте-ка накинем тоже. Может быть и зря. Да, смотрите, у него быстрый цикл, хотя... Не, не дойдем. Тогда защищаемся сразу же, ночная ведьма. Пламенный дракончик. Пламенный дракончик, живи. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, яд сюда надо накидывать яд, наверное. Да. Шахтер в защитку. Надо играть защитно теперь, я думаю. Давайте пламенного дракона поставим. Армию скелетов готовим против Хога. Вот он Хог. С духом исцеления бежит, но это ему не поможет, по-моему, да. Не помогает это ему абсолютно. Поможем нашему пламенному здесь разменяться. У него быстрый цикл, и это мешает. Давайте-ка с шахтером я проатакую. Ночную ведьму сюда. Яд сюда. И все, это должна быть победа. Нет, пока не победа. А вот все-таки победа. Не понял я, правда, что там добило. Не смотрел я в ту зону. Но сложная была игра, чувак понимал, что делать, и играл нормально. Быстро крутился до своего сплэша, выставлял его. У него было 3 сплэш-карты. Это дракончик, это, ну, не считая духов, кстати. Ему вполне было чем побеждать, поэтому вот при таких условиях еще и непонятно, что лучше, мелочевка или большое количество урона по области, которое эту мелочевку контрит. Я возьму стражи, потому что стражи в ноль контрят гоблинскую бочку, и они лучше играются против башен канонира. Возьму, наверное, шахтера все-таки. Да, потому что, видите, тут еще гоблин-гигант. Ну, его тогда возьмем. И возьмем варварскую бочку. Естественно, у нас будет еще дополнительный ответ на гоблинскую бочку. Помимо стражей. Но стражи больше экстренные, потому что варварская бочка-то, наверное, лучше. Хотя стражи потом в атаку пойдут. На одну единицу эликсира дешевле, но пойдут в атаку. Так, давайте вот так кайтить, раз он так выставляется. Поможем дракончикам здесь нашей атаки. А здесь, я думаю, стражами просто навалим. Угу.
Блин. Хорошо задефался. Так, ну что делать? Давайте вот так как-то валькирии развлекать. Здесь варварская бочка. Валькирию плохо, кстати, я скинул. Зачем я ее так скинул? Кто-нибудь мне подскажет? Не знаю. Вот она у меня армия скелетов, которой мне не хватило до этого. Ну давайте гоблином-гигантом. Здесь он раз уж так мортирой агрессивно играет. Из такого причем положения. Давайте шахтерам заковыриваться. Здесь как-то вот так разрядиком помогать. Не очень хороший разряд получился. Но смотрите. Смотрите, что делает гоблин-гигант. Вообще хорош, красавчик. Можно попробовать по другой стороне. Да, я попробую по другой стороне. А давайте я вот так и вот так вообще попробую. У него сейчас, по-моему, нет сплэша в цикле. А, ну, если только это считать сплэшом, да. Но по правой стороне забираем вышку зато. Нельзя валькирию ставить до того, как он ведьму отдаст. Поэтому ждем его ведьму. Ну, давайте дракончика забайтим как раз-таки его на эту самую ведьму. Нет, не забайтился. Тогда шахтер в защиту по правой стороне. Вот она, ведьма пошла. Гоблина-гиганта сюда. Ну, придется отдать вышку. Сюда валечку. Сюда дракончика. Ух ты, у него оказалось это. У него есть, оказывается... А, ну да, у него есть бревно. А чё я удивляюсь. Давайте еще одного гоблина-гиганта сюда. Добейте этого, пожалуйста. Вальку. Ой, не Вальку говорю. Да, отлично. Все, мы добили ведьму. Наша вышка по левой стороне живет. Его вышка по левой стороне не живет. И мы здесь так и готовимся принимать гиганта. Будет гигант? Нет, гиганта не будет. Ну, давайте хоть поставим валькирию куда-нибудь. Будет гигант? Вот из моста давай гигант. Нет, ну ладно. Эволюционная мортира, валькирия, кстати, еще цикл медленный, есть такое ощущение. Если бы ей ускорили цикл, вот тогда бы ей все начали играть, я думаю. Даже несмотря на ее небольшой запас здоровья. Мне кажется, это было бы даже, может быть, даже и нормально, почему нет? Почему, например, у варваров 5 за 5 эликсира цикл через 1, а у валькирии через 2? Почему? Ну-ка верните. Так, беру карты со сплэшом, вернее, мелочевку беру, и беру карту со сплэшом последним пиком. Подрывник здесь действительно хорош. Кстати, в видео про изменение баланса я накосячил и забыл упомянуть, что подрывник убивает теперь с одной бомбочки всех духов. И это, пожалуй, самый сильный баф для него, потому что он как раз-таки с духами на своей половине... Опа, отдает бревно, чувак. Он как раз-таки с духами на своей половине поля боя плохо разменивался. И это нормальное, на самом деле, усиление. Смотрите сейчас, как мои, конечно, скелеты напрягают. Так, ну давайте гигантом из глубины, раз он так поставился. Не знаю, ну... Чуть как-то он сильно в агрессию пошел. Жаль, нечем, вообще нечем убивать огненную лучницу. Это будет большой проблемой в этой игре. Это будет проблемой, друзья. Давайте активировать ГЗ-шку пробовать. Не попал в тайминг. Не попал опять в тайминг. Проблема. Надо научиться попадать. Уже башня канонира становится все более популярной. Ну хорошо, разменялись здесь, получается. Пусть он огненную лучницу свою выставляет. Нет, не хочет. Значит, сейчас будет хок. Будет хок перед миньонами. Давайте я пойду в атаку. Огненная лучница. Ух ты, у него такая еще штука есть. Так, огненная лучница пошла туда.
Пойдет такое. Будет ли от него хок сейчас? Я думаю, сейчас будет. А мы вот так сделаем. Никакой активации ГЗшки сейчас. Лучше мы вот здесь хорошо разменяемся. Бревно опять отдает. Он сейчас будет... Давай, подрывник. Ай-яй-яй, не успел бомбочку кинуть. Ну ладно, мы разменяем сейчас с его хижиной зато. И смотрите, что подрывник-то творит на самом деле. Хорош! Вообще хорош. У меня, правда, самая плохая эволюция в игре. Эволюция ледяного духа. Ну да ладно. Что жаловаться-то? Погнали в атаку с этой самой эволюцией. Пусть он бревно отдает на нее. Перед тем, как... Ой-ой-ой, он ошибается. Он не отдает на нее бревно. И плохое бревно-то было. И заморозка. Смотрите, им будет как. Как им будет ледяной дух, оказывается-то, а? Ой-ой-ой, имба. Скелетик, Ларри лучший. Ларри просто прекрасен. Ларри затащил эту катку. Шутки шутками, а надгробие-то выиграло игру? Реально, надгробие выиграло игру. Ларри никогда не подводит. Никогда не подводит. Надо в него просто верить и давать ему возможность себя проявить. Казалось бы, маленький скелетик, а сколько он побед приносит? Так, ну даже не знаю. Огненный дух-то хорошо с огненным... Ну не, армию скелетов надо брать, я думаю. Гиганта подешевле, который... естественно, лучницы нафиг этого ледяного духа сыграл. Мне не понравилось. Таран или... Не, давайте возьмем таран. Отдадим ему еще одного голема. Пусть будет с големами у него колода. Големная колода. Ставить ли лучниц сразу? Я думаю, что да, неплохой вариант. Ледяной дух не добежит, сразу умрет. Поэтому и этот дух не добежит, сразу умрет. Ну, давайте, раз он меня так провоцирует, я вот в эту сторону схожу. Угу, ну ладно. Не срослось, не получилось, не срослось, не портануло. Ладно, тогда мушкетером здесь будем размениваться как-то с этими. Армию скелет поддавать не хочется, хорошая карта. Мы можем сделать как-нибудь, ну, снежок давайте скинем, я не знаю. О, он два духа отдал. Смотрите, делаем вот так вот. Ход конем, друзья. Сначала армия скелетов, пусть она танчит. А потом гигант. Против этой вышки, мне кажется, это будет нормальный расклад. Но ледяной дух у него уже имеется эволюционный. Но здесь гигант вообще ничего не сделает, конечно. Он просто в заморозке перманентной и расстреле мини-генераторами. А у меня нос зачесался аж. От такого расклада. Ну, давайте вот так сделаем. И вот так вот. К сожалению, не могу я выставить сейчас... Не мог выставить пламенного дракона, потому что мини-генераторы прикрывали его голема. И нос чешется безумно, чешется нос. К чему бы это? Неужели первое поражение подъехало? Давайте сделаем то же самое, правда. У него там духи сейчас имеются, по-моему. Зря. И не выстрелил. Ёпл РСТ. Все, я проиграл, друзья. Я проиграл здесь. Наверное. Или нет. Тоже его знает. Сейчас посмотрим. Давайте так. И вот так. Фух. Лучницы. Погнали в атаку. Он сейчас голема должен ставить. Нет? Не хочет? Ладно. Тогда мушкетер, как мне дойти через вот этот быстрый цикл до его вышек? Не представляю. Молнию только как-то давать. А куда ее давать? Опа, пламенным здесь разменяемся. Здесь молнию я все-таки дам. Мне надо как-то урон наносить. И пусть это будет вот таким образом. Корявеньким, но что делать? Сейчас можно будет перейти... Нет, нельзя. Опять он мини-генераторов ставит. Ну, засушливый чувак, конечно. Очень засушливый. Давайте по другой стороне я проатакую тогда. Голем... поставлю вот так. Он фаербол туда вынужден отдавать. Мы армии скелетов все это задефаем сейчас. Нет, не задефали. А-а-а, не успел. Не успел я поставить мушкета. Все, я проиграл. Молодец, чувак. Хорошо отыграл.
Или еще не проиграл? Не, проиграл, все. Как вот через это проходить? Я не знаю. Сейчас он закидывает свой фаербол. Да, видите, как бывает. Не пройти. Гигант не работает. Один гигант не работает. И ни одно... ну, таран, да, еще был, но... Против мини-генераторов. С быстрым цикром, с ледяным духом. Ничего не сделаешь. Нет нормального заклинания. Вот это бесполезная молния, которая ни туда, ни сюда. Естественно, берем сплэш. Урон по области. Это огненная лучница. Электрогиганта, естественно, берем. И гоблинскую бочку. Не нужен нам еще один раз этот ватный гигант, который через башню канонира вообще не доходит. Просто, ну никак не доходит. Ждем, что там навыбирает наш соперник. Дурацкое, конечно, испытание с выбором карт. Терпеть их не могу, потому что... Ну, такую парашу иногда дают, что просто горишь. Просто горишь в итоге и никакого удовольствия от игры не получаешь. Можно хотя бы в одну колоду, чтобы в каждой колоде, чтобы были более-менее карты сбалансированы. Чтобы были и ответы на... толстые карты, и на ответы на легкие карты, и какие-то карты в поддержке, в атаку, я не знаю. Но нет, это Clash Royale. Закину гоблинскую бочку на левую сторону. Наверное, огненную лучницу пора здесь выставить, придется. Огненная лучница, стрельни, пожалуйста, не разочаровывай меня. Давайте с миньончиками здесь защитимся от гиганта этого. Пойдет. Буду ли я ставить электрик? Нет, я думаю, я сюда стражи запихну перед огненной лучницей. Да, валькирия, точно. Про нее-то я и позабыл. Давай бревно свое отдавай. У него там бревно... А, у него стрелы, стрелы. Точно, стрелы. Теперь огненная лучница в безопасности. О, он, кстати, больше меня урона нанес. Ничего себе раскладик. Ну, давайте огненная лучница. Здесь так. Призраком не очень удачно. Но гиганта я, по-моему... Нет, не успел. И опять же неудачно. Ёлки-палки. Так, давайте вот так я подтолкну этого товарища. По правой стороне, смотрите, хороший урон получилось нанести. А вот по левой стороне это сейчас проблемы могут быть. Давайте стражами окружать. Окружили, хорошо. И валькирия здесь не особо сработала. Теперь давайте с гоблинской бочкой идти в атаку. Мне кажется, хороший вариант для этого действа. Ой-ой-ой, он ошибается здесь. Отлично, он ошибся. Мы здесь снежком все это дело добиваем. Помогаем стражами справиться с гигантом. Ух ты, у него яд еще был все это время, оказывается. Стрелы плохие от него. Мы электрогигант с призраком атакуем. Гоблинскую бочку сюда закинем, раз уж он стрелы до этого отдал. Чтобы добить наверняка разрядик сюда. Все. В принципе, все. Это победа. Ну, испытание сложное. Лучше его проходить не сразу, друзья, не в первый же день, а ближе к концу. Тогда уже будут попроще соперники. А так, видите, два раза уже слил. И, может быть, даже не пройду в итоге. Ну, возьму здесь бревно. Бревно все-таки увереннее, надежнее, мне кажется. Возьму бур. Не люблю я эликсирного голема. Банда гоблинов, естественно, одна из самых сильных карт. Ну, и эволюция рыцаря тоже. Гораздо лучше эволюции ледяного духа. Единственная эволюция, друзья, которой нет в топ-100 мира или топ-200 даже мира, это эволюция ледяного духа. Мусорная эволюция, по факту, ее точно надо улучшать. Но пока разработчики не торопятся этого делать. Давайте-ка я... Не, не успел я рыцаря, но рыцарь все равно потанчит здесь. Ой-ой-ой, хорошо, что у меня есть урон по области в виде мага, которым мы сейчас как-то разменяемся с этой... С ведьмой.
И может маг даже урон какой-то нанесет? Нет. Он отдает королевскую почту свою. А мы, пожалуй... А, смотрите-ка, маг разобрал еще и это... упавшего с небес рекрута. Нет, 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 ну вот так. О, да ладно. А у меня только маг, и он в самом конце. Это аж, это плохо. Давайте ставить пушку, готовиться к защите. Да. Даже не знаю. Ну давайте сюда стенобоев дешево как бы попробуем. Сюда вот так и с бревном попробуем. Хорошо. В принципе, норм. Давайте вот так еще. Вот так, вот так. Получили эликсирчика немножечко. Миньончики здесь разменялись. И стенобоев я тоже сюда закину. Пусть он там ведьму ставит, но стенобои, скорее всего, добегут. Добегают, да. Отлично, почти минус вышка. Но теперь нам нужен маг. Без мага мы это... Ну, если только бревном... подождем сейчас. Если он что-то выставит, то... Нет. Тогда бревно даем и все. Ну и не все. Тогда рыцаря еще придется ставить. Мага просто лучше приберечь все-таки на его этих трех мушкетов, как мне кажется. Давайте напряжем. Вот сейчас он. Сейчас у нас как раз эволюционный рыцарь. Хороший момент для того, чтобы гоблинами поддавить. По-моему, он сдался. Нет такого ощущения. Есть ощущение, что он сдался реально. Ну все, это победа тогда. Это прохождение испытания. Ну и хорошо, что сдался. Что было кота тянуть за одно место? Не из легких испытаний, опять же, друзья. Опять же, наверное, не торопитесь его проходить. Завтра, послезавтра будет попроще. Ну а украшение, украшение достаточно прикольное в нем разыгрывается. Ставить я его, конечно же, не буду. Но приятно им завладеть на халяву. Что ж, друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Удачи вам в прохождении испытания. До новых встреч. Всем пока.